Всем привет! Мы сегодня решили собраться, снять реакцию на клип Чимина. И мы созвонились с Чимином. Аплодисменты, аплодисменты. Любимый мой мне позвонил. А созвон. Мы будем смотреть трансляцию вместе. Поехали! Дай его. Ой, он машет, Ну, мне, Маш, не вам. Да. Да. Давай, врубай. У меня две. Так, поняли, да? Делаем. Пак Чимин! Пак Чимин! А мы в кадре вместе, нет? Пак стыд. Да, там вроде все хорошо. Ну ладно. BTS впереди, ARMY сзади и Пак Чимин на рукавах. BTS впереди, ARMY сзади и Пак Чимин, я люблю тебя на рукавах. Продолжаем наш сериал. Как вы видите, я вернулась из Таиланда. Девочка. Ой. Наша хорошая. Спасибо. Они думали, я не приеду, Машу позвали. А нет, я приехала. Ну, я могу идти, короче. А оставайся, ее выгоним. Кому? А, я думала, ты меня. Саня на связи был Пак Чимин. Да, мы с ним уже поговорили. Он сказал, что молодцы, что собрались, смотрите с удовольствием. Рассказал нам все секреты. В общем, поехали. Замечательно. Чимин. Ну, не голый хотя бы. Жаль. Пока что, походу. Ну, такой красивый. Глаз. Это отсылка Serendipity. На мой? Да, у вас вырез похож. Это комплимент. Очень наша погода. Что-то он это не убирался дома. Реально похоже. Это диско стиль. Это типа он в своей темную сторону попал. Наверное. Такой тусовщик ведь. Тусовщик. Что за красотка? А она со мной так же. Он на барной стойке танцует. Он автограф раздает. А вот кто-то его зовут? Руки прочь! Диско стиль такой. Это вообще не по-чемински. Не по-чемински. Да. Я, кстати, так рада этому. Особенно с волосами при. Нет, что за говно место? Нет. Грязь его. Это не его грязная душенька. Это не по-корейски как-то. А где 63 серии, чтобы они пососали? Там все традиционно, поэтому не надо. Ну, он такой красивый. Я хочу быть тем мужчиной. Лысым не стоит, да? Ой, девушка. Ой, это та, которая, наверное, его забрала. Они на встречу там... Что за... О, май гад. Это я танцую. Он такой красивый! Он, знаете, весь сериал... Забыл, как он. Нет. Про дьявола. Люцифер! Он тут так же в клубе такой. Как Люцифер. Ой. Им очень идет малет. Очень. Да я прям чую. Куда погодить? Куда толкан разъехался. Да-да-да-да. О! Ой-ой-ой. Ой, господи! На фоне поцелуя! Чимин! Он сидит у них на лице! Кто эти люди? Кому Чимин сел на лицо? На лицо! Смотрите, какой он красивый! Когда сел на лицо, европейцам. Ну, хватит, что ли! Не корейцы, мне кажется. Европейцы. Когда сел на лицо, европейцам, я говорю. Мне кажется, они корейцы были. Мне кажется, европейцы там такие очень сильные европейцы. Гетеросексуальные. Жесть. Он такой классный. Что делаешь? Я тянусь. Я тебе поняла, почему он номинирован там на чем номинирован? На Грэмми, по-моему. Вот вечернее шоу они будут это обсуждать. У него 5 номинаций. Там туалет съехался на ночь.
там протекает, там засос. Обратно возвращается это все. Как прошлое, наверное. Если такой просыпается. Он просто был в грязном толчке, вы что, не понимаете? Все очень... Не, не надо искать в этом. Вау, говней славился! Ну фу! Ну, он работает чистильщиком толчков в ночном клубе! Я все поняла, он работает... Он поет о тяжелой работе в ночных клубах. Говорит, все тусуются, я бы тоже так же хотела заливать, а мне приходится. Засоры эти все чистить. Представляете, приходит к вам Чимин такой, ложится на стол и прям помплится. Не-не, знаете, он такой... Почему? Стоп. Мне кажется, что это он такой весь хороший, внутри него есть что-то такое плохое, и он в это окунулся, и потом... И посидел! Да, блин, нет, и потом принял все свое плохое, и, в общем, дальше стал с этим жить. Короче, по поводу звучания мне очень нравится. Мне Set Me Free понравился, он вообще никак не похож на вот это их корейское. И Like Crazy вообще... Like Crazy, на самом деле, я не буду говорить, но скажу, я вырежу потом. Этот стиль очень похож на Tokyo Hotel. Они переквалифицировались вот в такую музыку. Они живут в Лос-Анджелесе, и они прям в таком стиле. У них есть такая же. Он там же в клубе тоже сосет со всеми мужиками и не мужиками. В грязи, в толчке, там все так же. Все очень похоже. Я себе теперь сравню тоже эти два клипа. И звучание очень похоже, вот это с диско-нотками. Типа кто-то... Это типа на плане? Не-не-не, плагиат, а стиль. Ну, стиль... Я не знаю, что это такое. Это как BTS в 2007 году. Tokyo Hotel были как BTS сейчас. Там все с них... Короче, нам все очень понравилось. Нам все понравилось, Чимин лучше. Девочки молодцы, я им за это дарю из Таиланда подарки. Нифига. Вот это поворот! Я не зря приехала! Спасибо! А где мои джинсы? Брюлик с Чимин. Чимин! Шуга фри у меня! Шуга расшрать! А почему ей? А в ней текстиль, я не поняла. Это не текстиль, это не текстиль. Я вам покажу Чимина, чтобы... А у меня Тэхён, а у меня Тэхён. А у меня Чимин, закрой Тэхён, тихо. Чимин! Вот. У меня есть тайская жвачка с бутилом. У нас парные, короче, команды. Она, кстати, подходит прям. Да. А мы Ире принесли всю свою любовь. Да. Нашей маме. Нашей маме. Повешать всем на лоб. На сердце. А, блин, мы аптечку приготовили. Вы поняли? Поняли прикол? Аптечку, чтобы нас откачать. Да. Ну, блин. Так не кому плохо станет? По-моему, ну, вот этим не откачаешь. Подуй. На сердце. Ребят, нет, суть, мы просто шутим. Все, да. Что здесь было, он в толчке был, вы видели? Прокладка вообще актуальна. Девочки, не стесняйтесь говорить о месячных. Месячные – это неплохо, говорить об этом. Особенно, когда потом чем-то в тай заразилась. Я знаю, зайдите мне в Инстаграм, посмотрите, ее просто слоны сильно покидали, она вообще мозг отшибла. Голову отбила. Это от фирмы, которая Чокупай делает. Блядь, вы знаете, короче, вот этот вот мем. Всем пока, с вами пока. Подписывайтесь на наш Инстаграм, Телеграм-канал. Посмотрите наш Инстаграм, ТикТок. Телеграм-канал. Обязательно на Телеграм-канал, там очень много. Очень много интересного контента, который очень мало подписчиков. Да. Исправляем. Мы любим Чимина, вот. И вас мы тоже любим. И вас мы тоже любим. Саранхулькива. Всем пока! Пока! Катунка! BTS спереди, армия сзади и Пак Чимин на рукавах. Все поняли? Что? Пак Чимин саранхи. BTS спереди, армия сзади и на рукавах. Мем такой есть. Пак Чимин на рукавах. Да. Мой порядковый номер на рукаве.